Здесь темно. Сейчас пока светло, еще хорошо. А будет темно, темнота наступит, и совсем будет сложно и пройти, и проехать, и в садик, и в детский садик, и из садика. Едут очень быстро и даже не смотрят, что с детьми, и могут даже не пропускать. Выходишь, когда вот на проезжей стоят машины, и здесь, сюда, я понимаю, что забирают из садика детей, но те, которые без машин, уже не пройти, не проехать. Машины, особенно товарищи военные, оставляют здесь на целый день. То есть у них с утра там и вечером только они идут после работы и забирают свои машины. То есть тут вообще не пройти. Я два дня пыталась дозвониться до ГАИ. Мне приемная девушка дала номер телефона, куда обратиться. Но я до этого телефона не дозвонилась. А подходя гаишникам, которые стояли, смотрели по-советскому, как перемещаются машины, они сказали, это не к нам.